Всем привет! На небольшом озере карасика здесь ловлю на живца. Стало интересно посмотреть, как там он под водой себя чувствует. Сейчас камеру засунем под воду и посмотрим, как он там активный, еще не активный. Поплыли.
Было очень приятно посмотреть, как карась кормится именно под водой. Такие видосы еще буду снимать в дальнейшем. Не именно по карасю, а может где-то еще на озерах. Вода слишком, правда, мутная, но ничего. Будем искать другие места. Ладно. Всем счастливо, всем пока.